Три человека погибли в Москве у станции МЦК «Окружная». Легковушка вылетела на тротуар, сбила пешеходов. Еще двое госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС. Чертоги смерти вокруг меня. Темные силы зла надо мной. Я взываю к ангелам добра и молю их о помощи.
Начинаем выпуск с чудовищного случая в Москве. В столице России процветал каннибализм. Не верится, но это именно так. Человечину готовили прямо в квартире одного из домов на западе города. Подробности у Валерия Кузнецова. Они все еще здесь. Они ждут нас. Они знают, что мы здесь. Они хотят внутрь. Не знают зачем, просто помнят. Помнят, что они хотят быть здесь. Что они такое? Они — это мы, вот и все. В аду больше нет места. Что? Так говорил мой дедушка. Знаешь Макумбу? Вуду. Дед был священником в Тринидаде. Он говорил нам, когда в аду больше не будет места, мертвые станут гулять по земле.